На 85-м году ушел из жизни председатель правления артели-старателей «Восток», член Академии горных наук Геннадий Малышевский. 45 лет он руководил одним из крупнейших золотодобывающих предприятий Хабаровского края и Дальнего Востока. В этом году артели «Восток» исполнилось 50 лет. Старатели работают на территории Айнамайского и Тугуро-Чумюканского районов. В 90-е годы, когда массово ликвидировались крупнейшие промышленные объединения, артель под руководством Геннадия Малышевского стала самостоятельным предприятием и продолжила осваивать новые месторождения. Всего за время существования было освоено 80 месторождений, добыто более 47 тонн рассыпного золота и около 3 тонн платины. Артель вносит вклад в социально-экономическое развитие северных районов, оказывает спонсорскую помощь муниципалитетам, общественным организациям, ветеранам и детям, вкладывает средства в строительство и реконструкцию храмов. Руководитель артели Геннадий Малышевский был отмечен золотым знаком Союза старателей, медалью имени Якова Дьяченко, наградами Русской Православной Церкви. Прощание с Геннадием Малышевским состоится 4 августа в 12 часов в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска.